Готовим прихожую для лестницы. Площадку мы почистили. Осталось поставить лестницу. Второй день идет у нас стройка лестницы. Это ее скелет. Интересно, что это такое и как он варится? Хотите узнать подробности и сколько стоит? А может, сами хотите заказать себе для дома? Пишите в комментариях. Будем изучать и смотреть. Можно сказать, что у нас лестница готова. Нестандартная какая-то, интересная. Что это такое? Скажем, вот берется профильная труба, режется и вот так собирается сваркой. Здесь, здесь, кстати, здесь, здесь. Вот она такая получается со всех сторон. Сваривается и собирается. Вот вам и лестница. Получается очень недорого и быстро, там за 2 дня лестница готова. Я находил других мастеров от 100 тысяч и больше. Очень дорого, а это очень интересно. В принципе, можно самим все это сделать. И лестница готова зайти на второй этаж. Так, а вот здесь у нас такая вещь, что ножек нету. А вот забили, закрепили прямо в стену. Что можете посоветовать? Как вам лестница? Мне очень нравится. Лестница готова из временных ступеней. Вот такие ступени деревяшки мы прикрутили, порезали. Можно ходить спокойно. Тут железную дверь поставили, тоже временно. Тут будет крепление для руки. Приварим. И вот так. Лестница готова.
А вопрос такой к вам. Если вам нужна лестница, обращайтесь, присылайте фотографию. Мы можем посчитать и сказать, сколько это обойдется и какая цена будет. Вам, может быть, нужна лестница, да, на вашей стройке. Точно будет дешевле, чем 100 тысяч. Пишите. Газоблок 34.